космический десант. 22 век. На просторах галактики разгорелась межпланетная война людей с тараканами. Последние живут в десятках тысяч световых лет от планеты Земля и являются инициатором конфликта. Метеор сошел с орбиты под воздействием плазмы, запущенной насекомыми с календафу. А как это? И становится как-то непонятно, для чего тараканы развязали войну с Homo sapiens. Более того, как они вообще узнали о существовании планеты Земля, если ни телескопов, ни радаров у них нет. Они лишь тараканы на абсолютно пустой планете без всяких технологий. Сомневаюсь, что они в состоянии находить планеты на расстоянии в миллиарды километров и с огромной точностью наводить астероиды. Да и как, собственно, земляне узнали, что метеориты постоянно прилетают с планеты тараканов? На них что надпись есть? «Землянам сосать, тараканы forever». Да и точный запуск метеоритов тараканов вообще бессмысленный и невозможный. Во-первых, с края одной галактики на край другой они летели бы миллионы лет. А во-вторых, в галактике тысячи звездных систем, которые своими гравитационными полями искажали бы траекторию метеоритов. Ну а оружие землян против метеоритов придумал, наверное, один из пойманных тараканов. Почему метеорит уничтожается на подлете к Земле, а не, скажем, к примеру, возле Юпитера? Это же надо додуматься взрывать метеорит возле планеты. До такого взрыва сотни осколков в любом случае долетели бы до поверхности Земли и нанесли огромный урон. А высадка десанта на планету Арахнид к чему? В этом же нет ни малейшего смысла. А все потому, что планета не представляет никакой ценности для землян. Ресурсы доставлять с нее было бы слишком затратно. Да и планет поблизости Земли немало. Что мешало закидать планету ядерными ракетами, чтобы раз и навсегда уничтожить букашек? Эта операция заняла бы пару часов. И потери среди солдат были бы нулевые. А здесь даже зазывают людей вступить в ряды космического десанта. Потому что кроме пехоты как бы никакого другого оружия больше нет. Сюда бы сейчас боевой арсенал Первого Ордена, плюс Кайло Рена с Рей в придачу. Да членистоногих и мокрого места не осталось бы. Хотя этим двоим сейчас не до Арахнид, ведь им нужно следить за битвой светлой и темной стороны на просторах eBay. В битве, в которой и ты можешь принять участие. Хочешь стать частью вселенной Звездных Войн перед премьерой 9 эпизода? Тогда на протяжении всего ноября заходи на eBay по ссылке и выбирай сотни тематических товаров, косплея, фигурок штурмовиков, комиксов и футболок с Рей, Кайло Реном, Императором и даже Джаджа Бинксом. Лично я за темную сторону, так как сильная независимая меня не прикалывает, а вот лопоухий то, что надо. Да и разведка донесла, с 11 по 20 ноября и с 28 ноября по 1 декабря завезут купоны на скидку в 10%. Следите за новостями по ссылке в описании. А 9 декабря будет объявлено, чья сторона силы победила на поле битвы eBay. А настоящую развязку саги Skywalker Восход смотрите в кино с 19 декабря. Ну до битвы мы еще вернемся. Сейчас же переносимся в недалекое прошлое, в молодую студенческую жизнь главного героя Джонни Рика. Сам 22 век как-то не выглядит уж сильно технологичным. Все ученики пользуются книгами, хотя у всех вроде есть компьютеры. А военные ученые, которые придумали и освоили межгалактические путешествия, не смогли обеспечить учителя протезом для руки, хотя он и является ветераном боевых действий. Урок по анатомии насекомых проходит в полной антисанитарии. На руках нет перчаток, на лицах нет респираторов. Все ученики вскрывают букашек в повседневной одежде. Что уж говорить про ужасный душман, исходящий из разлагающегося таракана. Учитель говорит, что арахниды колонизируют другие планеты, выпуская свои споры в космос. Исторгая свои споры в космос. Во-первых, любая бы спора погибла. Попади она из воздушной среды, в которой обитают арахниды, в космос, где сплошной вакуум и огромное количество радиации. А во-вторых, как эти споры могут попадать на другие планеты? Неужели у них есть реактивная тяга, чтобы преодолеть гравитацию планеты, из которой они были выпущены? Похоже, что учителей в школе набирают из местной психбольницы. Как и положено, в каждом любовном треугольнике должны быть такие персонажи, как Ботан в роли Кармен, полный неуч в роли Рика и человек, который тайно и безответно влюблен в главного героя в роли Дизи. И как это и бывает в любой драме, плод любви главного героя в открытую начинает флиртовать с другим парнем, несмотря на то, что она встречается с Рика. Хотя что ее винить в этом, если Рика сам не хочет с ней спать? Долбоеб он и в Африке долбоеб. Хотя долбоеб это еще слабо сказано. Рика мажорик, у его родаков куча денег, он может даже позволит себе летать в отпуск в далекий космос. И со всем этим он невероятно сильно хочет идти служить в армию из-за своей подруги. Я пойду служить в армию. Джонни, тогда завтра же идем записываться, ладно? Я пошел в армию из-за нее. Но секс – основной мотиватор. И еще непонятно, почему после того, как Рика узнал, что Кармен попадает в другие войска... Я пилотом хочу стать. Ты что, ебанулась? И расстается с ней на 2 года, он абсолютно никак на это не отреагировал. Словно это не любовь всей его жизни, а так была девочка на вечер. Он же именно из-за нее пошел в армию. Почему не
не мог подговорить родителей, чтобы они накинули кому надо на лапу, чтобы он попал на службу вместе с ней. Башка у пацана совсем не варит. Тупоголовый американец. Рика прибывает в воинскую часть и попадает под командование сержанта-садиста. Да, показать кучке новичков прием единоборства — это хорошо, но зачем руку-то ломать? Тем более он сам сказал, чтобы кто-то вышел на спарринг с ним. А после сержант берет и кидает ножик в другого счастливчика, вздумавшего перечить его святейшеству. И неужели Минобороны считает нормальным, что ломать руки и кидать ножи в только что прибывших курсантов — это нормальное дело? Да с таким обращением к людям хрен бы кто когда захотел идти в этот стройбат. Хотя, судя по тому, что здоровяш решил не уходить после того, как ему в первый же день сломали руку, становится понятно, что туда идут лишь только у кого залупа вместо мозгов. Там даже душ общий. Видимо, в будущем всем девушкам абсолютно пофигу, что с ними каждый день моются парни со стояками. Словно все феминистки вымерли. Многолюдные оргии там, походу, обычное дело. Ну а Кармен тем временем служит в космических войсках. Бегает с подругами по коридорам и скатывается по перилам. В общем, ведет себя, словно находится дома. Походу, ее пилотка дает ей полный иммунитет от любых нарушений воинской дисциплины. А также возникают некоторые вопросы о том, каким образом она так быстро смогла получить доступ к управлению космолетом. Возможно. Да она должна минимум полгода изучать теорию и тренироваться на симуляторах. А тут бам и вылетает в космос. Причем даже без инструкторов. Да и летает похлеще бравых пилотов с многолетним опытом пилотирования. Чудом никуда не въебавшись, Кармен попадает на главный флагман, где по иронии судьбы встречает своего дружка Зандера. А ее сладкое место говорит ей, что Рика далеко от нее и дает добро на подкат нового поршня. И невероятно странно выглядит, что ей доверили управление огромным флагманом, хотя она еще и года не прослужила. И это прекрасно видно, ибо вместо того, чтобы спокойно покинуть парковку задним ходом, девочка начинает понтоваться, в результате чудом не разъебывает корабль. Причем еще и начальству как-то похеру, что курсант так беспечно себя ведет. И это когда у Рика в части руки за просто так ломают. Да и где хоть какие-то признаки невесомости? Чтобы так спокойно передвигаться в космосе, словно ты находишься на поверхности Земли, нужна центробежная сила, которая на подобном корабле просто не может быть реализована, так как нужна постоянная инерция для тела. Пример — фильм «Пассажиры». Колесо крутится, гравитация мутится. Рика тем временем становится командиром взвода и идет в свой первый тренировочный бой с настоящим боевым оружием. И весь смысл тренировки трещит по швам под весом кучи логических вопросов. Почему все стреляют боевыми патронами, если тут невероятно маленькая площадь и шанс попадания пули в солдата очень велик? Да и Рика поставили на должность командира взвода слишком рано. Ведь вместо того, чтобы сказать солдату отступить и никому не мешать своим присутствием, он снял с него шлем и принялся его осматривать под дождем из пуль. Из-за этого его тупника гибнет солдат, но позже к нему применяют административку в виде 10 ударов кнутом, ведь средневековые пытки и казнь в будущем — это обычное дело. Да и бабу следовало наказать, которая, походу, не в курсе была, что палец на спусковом крючке нужно держать только в момент стрельбы по целям. На космическом крейсере под руководством Кармен творится полная вакханалия. Она просто берет и не замечает огромный астероид прямо перед собой. Вот как можно проебать и не заметить астероид, летящий прямо на тебя? Почему не запищали сканы? Почему никто не смотрел на радары? Да к тому же средняя скорость астероида 30 км в секунду. Но он плетется словно старый дед. А капитан корабля еще берет и хвалит Кармен, вместо того, чтобы отправить ее в дисбат на полгода. Ибо только по ее вине они все чуть не погибли. Потому что раз, она изменила курс корабля без разрешения. Я подправила курс. А во-вторых, еще не заметила астероид прямо перед своим рылом. Запущен из карантинной зоны арахнидов, мэм. Да, и как это вы так быстро просчитали, что астероид с планеты арахнидов, если ваши сканеры даже не заметили его появление? Но астероид повредил на корабле узел связи, который почему-то на огромном корабле в единственном экземпляре и даже нет резервного. И если теперь связаться с Землей и предупредить о приближении астероида невозможно, почему было бы не отправить на Землю быстрый звездолет или совершить световой прыжок, чтобы всех предупредить о столкновении? Ну и вот, благодаря всеобщему похуизму, астероид без каких-либо проблем долетел до Земли и уничтожил город. И куда смотрели радары и телескопы Земли? Почему никто не сканирует космос, если главная опасность исходит именно оттуда? И если жуки по фильму умнейшие создания, зачем они запускают астероиды на Землю и провоцируют людей на вооруженный конфликт? Неужели им в кайф, когда их выжигают напалмом? Ну и вот то самое вторжение землян на планету Арахнид, план которого составлял не целый военный совет, а группа душевнобольных. Во-первых, почему космические корабли так близко расположены друг к другу? Неужели в голову никому не пришло, что тараканы будут их обстреливать, и любой выведенный из строя корабль будет представлять опасность для другого? Во-вторых, почему выгрузка десанта происходит без предварительного ракетного?
ракетного обстрела. Где тысячи ракет и напалмовых бомб для зачистки основных сил противника? Смысл бросать голый десант на чистую смерть? В-третьих, почему высадка десанта происходит не днем, а ночью? Чтобы ни черта видно не было? Какой имбецил придумал и просчитывал данный план вторжения? Даже вот этих огромных тараканов, стреляющих плазмой, что мешало уничтожить парочкой ракет перед наступлением? Просто для того, чтобы очистить и обезопасить воздушное пространство в зоне высадки. И вот именно эта плазма запускается жуками с планеты и как-то корректирует траекторию астероида, чтобы они летели на Землю, что кажется невозможным даже в фантастическом фильме. Можно, конечно, еще предположить, что у них вместо мозгов стоят суперкомпьютеры, которые могут просчитать траекторию полета на десятки тысяч световых лет. Но откуда возьмется огромный импульс от плазмы, чтобы дать астероиду огромную скорость? Ну вот, оказывается, чтобы убить одного арахнида, требуется всадить в него минимум под сотню пуль, а их здесь десятки тысяч. Еще раз, какой смысл в использовании десанта? Да и где прикрытие с воздуха? Где сухопутная техника, поддержка артиллерии, роботы в конце концов? Неужели в будущем ничего этого нет? Ну что и требовалось ожидать. Наступление с дичайшим треском провалилось. Всеобщее отступление и 100 тысяч погибших за один час. Но к этой цифре никак не относятся главные герои. Кармен, например, выживает после того, как прямо в ее корабль попала плазма, и она должна была скопытиться в огне. Тем более плазма разрезает корабли как нож масла, но этому совершенно было похеру. А Рика выжил после того, как на него набросилось несколько насекомых. Вот кто ему помог отбиться от них и попасть на корабль, если весь его взвод свалил, кинув его одного? Плюс к этому, после получения такого ранения, он в течение нескольких минут скопытился бы от потери крови из бедренной артерии. Никакой жгут бы не помог. Да и если у него ранение только ноги, зачем в лечебный раствор погружать его целиком? И почему не дали очки для глаз и нормальную маску для дыхания? Он же захлебнется, как только уснет. Надо же, какое совпадение, что новым командиром Рика стал его бывший учитель. Словно не на войну пришел, а на встречу одноклассников. Да и по новому приказу, который озвучивает лейтенант, становится понятно, что высшее командование никак не хочет учиться на своих ошибках. Снова та же высадка медленного бесполезного десанта с бесполезными неэффективными автоматиками. Что мешало летать космолетом и сбрасывать бомбы до тех пор, пока каждый клочок планеты не будет выжжен? Сама задача звучит очень смешно. Мы должны уничтожить насекомых на всех планетах системы Глендафа по очереди. После огневой атаки с воздуха добиваем их десантом. И это на трех, мать его, планетах. Да и мухе будет понятно, что уничтожить всех насекомых не получится даже за 1000 лет, так как арахниды живут в пещерах под землей. Убей всех, они потом все равно расплодятся. Лишь уничтожение планеты от звезды смерти приведет к полному истреблению тараканов. Герои натыкаются на одну из пещер и уничтожают ее при помощи мощного гранатомета. И тут же появляется огромный навозник, и вся пехота превращается в маленьких детей и ничего не могут с этим поделать, так как походу на весь взвод была всего одна ракета для гранатомета. И только Рика спасает всех от неминуемой гибели. И какое счастье, что он владеет способностями Человека-паука и может удерживаться на любой поверхности. А получил он их, наверное, когда ему таракашка ногу проткнул. Или кто знает, что он там с ним делал за кадром и почему оставил в живых. Есть связь с генералом? Нет, сэр. Нет даже импульсного сигнала. Мы в каньоне. Сержант, поднимитесь выше. В смысле поднимись выше? Лейтенант, да и Рика прекрасно видели, что наверху ползают жуки. Для чего тогда они послали радиста наверх одного? Неужели не могли выделить несколько человек для прикрытия? Да и сразу высадить десант на базе не судьба? Но это все полбеды. Дальше становится понятно, что тараканы в голове бегают не только у людей, но и у самих тараканов. Оказывается, что сигнал помощи был ловушкой с целью заманить сюда людей. План неплохой, но реализация хромает. Зачем нужно было дожидаться, пока они зайдут в крепость, займут оборону и только потом нападать, вместо неожиданной засады в каньоне? Тем более их десятки тысяч, а людей и сотни две не наберется. Ну и как же без фигни, когда происходит пиздец и все начинает идти по одному узкому и влажному месту? Весь фильм десантники прекрасно связывались с командованием на орбите, но как только их загнали в задницу и требуется срочная эвакуация, связь эта как будто бесследно пропадает, поэтому они вынуждены связываться по станции на базе, на которую еще нужно потратить время, чтобы ее настроить. Наконец-то прилетает транспортник и, как всегда, без бомбардировщиков поддержки для прикрытия отхода, ведь десятки тысяч жуков ни разу не будут мешать. В результате опять хреново спланированной операции погибает лейтенант и подруга Рика Дизи, после чего стартует очередное ебанутое крупномасштабное наступление. Снова корабли находятся в непосредственной близости друг от друга, и снова они несут огромные потери благодаря своей тупости. Тут они уже не просто наступают на грабли, а долбятся головой о бетонные стены, думая, что в этот раз ничего плохого не
случится. Как можно быть настолько дебилами? Как? Крейсер, на котором находится Кармен, разваливается на две половины. Одна из которых начинает куда-то быстро падать. Хотя в космосе вроде невесомость и гравитация отсутствует. А если все-таки гравитация планеты подхватила корабль, почему его вторая часть остается неподвижной? Плюс к этому половина корабля наклонена под большим углом. Но внутри него тишь да гладь, лишь шатает из стороны в сторону. В результате чего этой странной магии Кармен и Зандер без каких-либо проблем со стороны физики добираются до шлюза и сваливают. А дальше они зачем-то решают приземлиться на поверхности планеты, вместо того, чтобы переждать атаку в космосе и эвакуироваться на другой флагман. Хоть один-то по-любому должен был уцелеть. При этом Кармен один из лучших пилотов. До этого она уже совершала несколько удачных полетов из космоса на поверхность планеты и обратно. Почему сейчас у нее ни черта не получается? Плюс еще и влетает в гору, которая походу сделана из настоящего картона. Это ты, Джонни? Да, Кармен, я! Какова ситуация? Ситуация чрезвычайно опасная. Чрезвычайно опасная? Опасная? Да тут орать надо во все горло. Джонни, нам пиздец сейчас будет! В общем, Зандер идет на ужин супермозгу, а Кармен успевает спасти Рика. И вдруг при отходе их слабенькие автоматы становятся в раз в 50 мощнее. С одного выстрела превращают арахнидов просто в кисель. У Кармен в плече огромная дыра, поэтому она никак не мешает ей работать в обычном режиме. А когда они выбираются из пещеры, обнимает своих друзей и даже не думает обращаться в медчасть. А нахер, и так заживет. Я тут встретила свою школьную любовь, плюс мы супермозг поймали, так что сквозное ранение как-нибудь само затянется. Плюс ко всему этому пиздецу добавляется отличное эмоциональное состояние. На ее глазах погиб ее друг, а возможно возлюбленный. Но ей настолько весело, словно она только что вернулась с санатория. Ну а машина пропаганды все еще не перестает кочегарить на полную катушку. У нас имеются звездолеты, которые в очередной раз передвигаются плотными группами и взрываются пачками. Имеется оружие, которое мы ни разу не использовали и не будем, потому что оно существует только в телевизоре, ибо сразу на следующей высадке пехота снова вооружена все теми же бестолковыми мелкашками. У вас вот это все в голове укладывается?